Учитель Фенрик, где вы? Я здесь, Сарев. Слушай, в соседнем зале на алтаре лежит сфера. Она нужна, чтобы добраться до кристалла Шантири. Мой голос укажет тебе путь. Иди без страха, я слежу за тобой. Пока что неплохо. Используй ключ, который мы нашли. Опусти рычаг, Сарев, и беги к дальнему выходу. Видишь, колонна держится на хлипких подпорках. Попробуй сломать ее. Судя по всему, тебе наверх. Попробуй забраться по цепи. Физические препятствия – самое простое, что встретится тебе на пути. Научись преодолевать их. Используй заклинание, которому я тебя научил, и тьма откроет тебе свои тайны. Попробуй открыть сундук. Кто знает, что окажется внутри. Если видишь оружие, бери его, не раздумывай. Руби веревку, Сарев. Тебя ждет много сражений. Руби плашмя, так удобнее. Подмечай, думай, столкни своего врага в яму. Мертвецы крепко держатся за свое существование. Добей его, чтобы он уже не поднялся. Я буду подлечивать тебя, Сара. Пришло время показать, как ты запомнил мои уроки владения мечом. Погоди минуту, я открою дверь. Черная стража? Здесь? Они идут за тем, кто платит. И сдается мне, их услуги куплены золотом некромантов. Так значит, они тоже охотятся за кристаллом Шантири. Столкни его вниз! Будь хитрее, Сарса. Тебе не уйти. Получай! Получай! Отражай его, Виктор. Согласись, лучше пропустить свой удар. Я буду подлечивать тебя, Сарев. Если он еще шевелится, пронзи его мечом. Его добей его. Есть
честно, а то будет хуже. Покажи перед Я ставлю за решетку открытой. Если желаешь, задержись тут и попробуй отточить свои навыки, а затем иди дальше. Не пытайся убежать. Умри! Что теперь, учитель Фенрик? Мы закончили. Надеюсь, удача не изменит тебе и впредь. Это лишь первый шаг на долгом пути. Возьми кристалл. Он скоро тебе пригодится. Это только начало. Мой мальчик, время возвращаться домой, а мы продолжим твое обучение.